Видно, да, что котик не хочет быть. Полезай, бабушка, в печку. Видишь, он вообще не это. Ну вот, а голову, конечно, его можно выбрать. Пару раз он у меня падал в ванну. Знаешь, когда принимаешь ванну с солью, там, ну, с какой-нибудь пеной, мятной, вот он падает, ну, перепрыгивает, промахивается, и ко мне, дурачок. Вообще паника, да?